В Ленске во время чистки дорог подрядная организация сгребает снег на обочину и не вывозит его. Это порой создает аварийные ситуации. А прилегающие к центральным дорогам улицы остаются полностью неочищенными. Входит ли это в обязанности подрядчика? И как, когда вывезут снег из города, расскажут наши ленские коллеги. Полное бездорожье. В таком снегу буксуют даже проверенные вездеходы. А ведь это не полигон для внедорожников, а жилая улица. Жители частного сектора по несколько раз в день испытывают такие проблемы. Дорога до дома каждый раз как преодоление полосы препятствий. С тротуаров со всего переулка сюда сыпят нам. Проехать невозможно. Нашу улицу вообще никогда никто не чистит. Куда бы мы ни обращались, нам никто. Все отвечают, ну неужели так тяжело улицу почистить свои 100 метров этих? А между тем чистит прилегающие к основным дорогам улицы зона ответственности подрядчиков. Конкретно в этом районе работает фирма «Техносервис». Большую улицу Чапаева чистит без нареканий. О жалобах жителей частного сектора знают. Ну что мы завалим улицы и как бы... Проблем наделаем больше, чтобы не захламлять проволоки. Ну, буквально это будет, наверное, к выходным уже. Сейчас день-два зачистку делаем, там рабочие тоже жалобы, много кто жалуется. А между тем, проблем можно избежать, если вовремя подать заявку. В городской администрации работу подрядчиков контролируют каждый день. Но жители частного сектора не спешат. За последний месяц, мне только лично поступило всего два заявления. Только всего два заявления. Через нас жители могут звонить и требовать, чтобы убрали ту или иную улицу. Потому что, я еще раз повторюсь, объемы очень большие, 160 километров, это за день проехать нереально. Иногда владельцы частных домов сами усугубляют ситуацию. Несмотря на постоянную работу административной комиссии, ленчане продолжают использовать территорию за своим забором под складирование личных материалов и техники. Почистить такие улицы просто невозможно. А вот мы чистили Нагорную буквально недели две назад. Ну, как бы сказали, в два ножа пройти, вправо-влево. А у кого машина, у кого дрова, у кого песок. Получилось не очень хорошо. Ну, полотно-то выровняли. Убрали, например, да. И человек видит же, что убрали. Он опять на дорогу это. А нельзя этого делать. Он должен по бокам раскидать. Есть и другие проблемы. Септики на улицах, ограждение зеленых зон, насаждения. У той же Любови Шафранской прежний подрядчик при очистке улиц повредил забор. Снег сгребали прямо в придомовой палисадник. К слову, фирма «Техносервис» дорогу у дома номер 48 по улице Чапаева после наших съемок почистила. К выходным подрядчик приступит к вывозу снега из города на специальный полигон. Олеся Васева, Сергей Счастный, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».